сквер Тараса Шевченко. Многие даже не знают, что он есть здесь, в Париже. Станция Сен-Жермен-Пре, 4-я или 10-я линия метро. К сожалению, сквер сейчас на ремонте, его частично там разрыли. Не все покажешь, как хочешь. Ну, так как вот его перерыли частично, то показать какие-то вещи сложно. Облагораживают сквер. К скверу прилегает украинская церковь. Итак, греко-католическая церковь Украины, которая работает в понедельник с 3 до 19.30. Я думаю, каждый день так, наверное, работают. Внутри много снимать не получится, потому что там идет служба, а во время службы снимать нельзя. Поэтому так, пару секунд. Проживая во Франции, даже в Париже, многие не знают, что здесь есть церковь украинская и также сквер, посвященный Тарасу Шевченко. Иногда в комментариях некоторых можно увидеть, а где посвятить пасочку. Многие не знают, куда прийти. Ну вот, вот такая наводка. Приходите сюда. Скверики подышать воздухом, в церкви посвятить пасочку, если хотите.